футбола. Могилев, стадион «Спартак», 18-й тур чемпионата Республики Беларусь по футболу. А могилевский «Днепр» принимает футбольный клуб «Гомель». О составах играющих сегодня команд. Наши гости, футболисты из Гомеля, выступают сегодня полностью зеленые. Это первый номер Климович. Вот хорошая передача проходит. А вот совсем уже не точно играет Ситку. А нет. Сердюка. Вот первый опасный момент. Шот попытка могилевской атаки. Заброс на Шрамченко. Шрамченко пропускает, надо бить. Бьет Шрамченко. Все здорово. Передача на вратарскую. И здесь следует Терещенко. Должен сыграть. Так и есть. Терещенко один получает мяч. Будет бить дальний удар. Перепрыгивает Мастяница. Кирильчик вдесятером. Остались могилевчане. Близнюк. Кирильчик. Здорово играет Журов. И помогает ему. Выбран вариант тот, который мяч попадает в соперника. Вот еще Шрамченко, ну точнее на ход. Шрамченко, что делает Шрамченко? Бьет, пытался перевести. И трио ему помогающих атакующих полузащитников. Игра рукой была явная. У команды две были очень неудачными. Далеко перелетал мяч. Там были только игроки гомельской команды. Посмотрим, что будет сейчас. Да, сейчас было опасней. Но атака не закончилась. Бадаян под удар Бочинку, удар Бочинка мимо ворот, которые могли бы за счет обыгрыша соперника увеличить число на какое-то расстояние. Бьет Терещенко, а бьет не сильно. Некому сыграть Дмитрию. Будет себе под удар, и удар хороший, удар плотный. Как-то очень смело Сияка с позиции правого защитника, даже впереди Срамченко играет. Говорюшка исхитрился, ударил, но так у могилевской команды. Говорюшка, что сделает Александр, надо уходить под удар, да, он идет поперек поля, все верят, что будет удар. Михаил Козлов, удар, гол! Болельщикам, а мы тем временем посмотрим, радость просто неописуемая. Александр, надо уходить под удар, да, он идет поперек поля, все верят, что будет удар. Михаил Козлов, удар, гол! Первый гол Михаила Козлова. Удар на Козлова. Две. Михаил, кричат с трибуны. А может Михаил ударить? Удар. Створа пришлось проводить с правого фланга Михаила Козлова. Для него это тоже, скажем так, хлеб родной. Комаровский удар точно в руки. Желает навес Комаровского. Бочинок не заканчивается на этом атака гомельской команды. Челятка убивает недалеко. Гаврилович на Кирильчика. Кирильчик и Матвиенко. Офсайд, да, 100% офсайд у Матвиенко. Не спортивное поведение, но молодая бригада арбитров. А последний штурм, похоже, шашки наголо оголил Гомель. И это немножко паникует Днепр. Удар. Оно уступили. Здесь голы у хозяев на счету Якимова. Играет между собой столица. Рыбаков. Здорово Рыбаков ушел. Можно бить. Бьет Рыбаков. Да. Зацепиться могилевчанам. Шрамченко убегает. Не бежит, не умывака за ним. И обыгрывает он Игнатенко. Еще раз, на мой взгляд, лишний был этот обыгрыш. Зачем? Потянуть немножко добавленного времени, по-моему, 2 минуты добавил к концу встречи арбитра. Вот здесь Комаровский 1-1. Как всегда, могилевский Днепр. А на последних минутах пропускает это. Ну, тактический план потянуть немножко добавленного времени, по-моему, 2 минуты добавил к концу встречи арбитра. Вот здесь Комаровский 1-1. Как всегда, могилевский.